Вот теперь смотрите, когда течет молоко, можно проверить, выдавились сиськи или нет. Вот пульсатор, но у меня в этом аппарате он не очень прозрачный. Там видно, с какого соска, с какого стакана, как течет молоко. Вот. Также это можно почувствовать по шлангу. Берешь в руки вот этот шланг, вот, короткий, по которому течет молоко. Тихо, стой. Стой. Но вот то, что я говорила, стоилось неравномерно. Пока я тут болтаю, не слежу. Вот эта доля еще не сдоилась. Это чувствуется, она у нее еще более плотная. Вот эта почти пустая. Вот кладешь сюда руку на шланге. И чувствуется, течет по шлангам молоко или нет. Вот таким образом проверяешь. Пока доится, надо промассировать вымя ей. Чтобы она спустила все молоко, которое у нее там где везде запряталось. Обязательно, тогда не получится, не нужна будет ручная додойка. К концу дойки можно добавить давление в аппарате, чтобы стаканы не слетали с пустых сисек. Добавилось давление или нет, можно услышать по звуку пульсатора. Слышите, пульсатор стал резко щелкать. Это значит, у него сильнее давление. А на аппарате есть еще датчик давления, там надо контролировать. Вообще. Вот это у него проткнуто или то? А вот. Вот тут вчера молоко капало, вот отсюда вот. Прям глянь. Может, оно вот уже... Видео идет, что ли? Да. Да выключи пока. Додаиваем корову. Аппарат двигаем вперед. И немножко подтягиваем, вот давим на эти шланги. И на передние, и на задние. Не получается так, чтобы сидеть, аппарат сам доил, а потом у коров то мастит, то еще какая-нибудь ерунда. Надо за этим делом следить, тогда проблем не будет, и руками доить вообще не придется. У меня корова маститом практически не болеет. Вот я сняла один стакан, можно тремя доить. Можно одним, можно двумя. И видите, хвост она до сих пор еще не выдернула и не выдернет. И не надо никакими веревками никуда его вязать. Вот это у нее вымя, потому что большое. Даже если маленькое вымя, просто он глубже вот сюда зайдет. Ну вот как-то так дует с коровы аппаратом. А ты корову не могла выбрать? Вот совсем другая корова, у нее сиськи маленькие. Вот по идее, если пальцем, то это вот так вот надо мучиться доить. Но опять же, я пальцами, ну, не люблю я скользить. Ну, что это такое? А есть еще доит, вот про что я говорила. Вот так вот тут уцепится. Даже не умею. Вот. Видите, у меня по ладони молоко потекло. И вот с ладони оно стекает в ведро. Ну, вот как вы думаете, оно будет чистое? Вот это черненькое, это у нее родинки такие. Гляньте, две штучки. Вот даже к таким маленьким сиськам, это она не очень наелась, у нее вымя не очень, как бы это самое, расперла. Вот даже к таким маленьким сиськам, ну, пальцами это вообще тяжело. Вот она припустила молоко, видите? Одеваем аппарат, он отлично присасывается. То есть, когда вот говорят, что к маленьким сиськам, я сама так думала, к пипкам аппарат не присасывается, все присасывается отлично. Снимаем аппарат! Вот, оттягиваем вот эту штуку, забыл, как называется. Оп-оп, все. Корова пошла. Goodbye.